Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел рассказать о очень интересной игре головоломки Аркадий под названием Доктор Джольт. Она полностью бесплатна. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Нажимаем на play. Тут различные 4 мира, которые мы сможем с вами постепенно проходить. Нажимаем первый мир. И давайте с самого начала вам объясню, как в нее играть. Мы управляем электричеством. И нам нужно сделать так, чтобы... Вот видите, одна лампочка, можно передвигать, и вторая лампочка, чтобы они соединились в центре. Все. И если это происходит с прикосновением двух, так сказать, электрических токов, то мы уровень проходим. Давайте еще несколько уровней пройду. Как вы видите, эти лампочки, они потом увеличивают их количество. Вот так мы делаем. Чтобы скрестили все 5 штук. И мы легко и просто сделали это. Игра обладает очень красивой графикой, анимацией. Мне прям очень она нравится. Игра обалденная. Так как она бесплатная, как видите, вылазят различные рекламы. Вот. Потом, тут что мы еще можем делать? Давайте, надо активировать вот эту фигнюшку. Ага, мы вот так вот сделали. А вот, она как бы продлевает наше электричество на расстояние, дистанцию, по которому оно может путешествовать. Таким образом мы легко и просто проходим данный уровень. Давайте еще один уровень пройдем. Мы можем, как вы видите, передвигать вот этот вот удлинитель нашего электричества для того, чтобы мы смогли пройти уровень и сделать так, чтобы электричество достало до соседней лампочки. Мы вот ставим его и легко и просто вот так вот перемещаем и проходим. Ну, давайте еще последний уровень попробую пройти. Видите, я уже прохожу, одни 3 звёздочки у меня вылазят, опять реклама вылазит. Ну, конечно, маленько надоедает. Нам объясняют, что мы 2 раза тапаем, мы можем приближать. Изображение удалять. Так, ну давайте сейчас мы тапаем. И вот так мы можем с вами перемещать двумя этими касаниями. Ну, давайте попробуем, получится ли у меня. Тут надо уже думать, что делать. А, ну, мы можем легко и просто передвигать. Но мы, наверное, сейчас соединим их 2 ряда в 1 ряд. Вот так вот. И легко и просто, думаю, мы сможем ее электричество, чтобы достать до соседней лампочки. Давайте попробуем. И все, легко и просто прошли. Советую скачать. Игра очень интересная. Тем более бесплатно. Был Android Android, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!